Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении министра внутренних дел народного депутата от фракции «Слуги народа» Дениса Монастырского. Документ датирован 15 июля. Об этом сообщил Facebook нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин. При этом не все фракции согласны поддержать данную кандидатуру. Так, глава фракции «Голос» Ярослав Железняк сказал журналистам, что фракция не будет голосовать за назначение Монастырского, передает Интерфакс Украина. Мы фракция оппозиции, поэтому голосовать за это назначение не будем. Это очевидно. Это уже как аксиома, ответил он. Железняк добавил, что ранее спросил у Монастырского, нужна ли ему эта должность, но по выражению его лица не понял, набрался ли он сил на вдохновение, чтобы занять кресло главы МВД. Европейская солидарность также не будет голосовать за назначение Монастырского. Как заявила в комментарии Интерфакс Украины, сопредседатель фракции Ирина Геращенко, ЕС, не голосовала ни за спикера Дмитрия Разумкова, ни за министров, ни при премьеров, ни за СБУ. Мы в оппозиции, а классическая европейская оппозиция не несет ответственность за бюджет и за кадровые решения правительства, подчеркнула она. В свою очередь, замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заверила журналистам, что во фракции уже набрали 226 подписей для назначения Монастырского министром внутренних дел, передает главком. «Я убеждена, что есть точно больше, чем 226 подписей. Я не видела ни одного человека в фракции, который бы воздержался», сказала нардеп.